Во время родов женщина чувствует боль до 57 дел. Это похоже на 20 переломов костей, полученных одновременно. Но играя на сайте d2selector.ru, ты почувствуешь 120 дел, потому что тут так дохуя шмоток, что ж больно. Пудж. Рики Мару. О, добрый вечер. Здесь найдутся шмотки на всех, ссылка там, да. С недавних пор мне стали активно написывать разработчики видеоигр, присылая эксклюзивные версии своих... Чё? Сука. Это серьезно? А это значит, что я стал популярным и успешным. К теме видео это никак не относится, просто захотел повыебываться. Но сейчас будет отличное видео про такую игру, как «Усыпальня похотливого деда». Еще моя мать говорила мне: «Поутру хуем не клюют». Что же это такое? Давайте обратимся к описанию. Крипто-некроденсера. Ну, это такая игра слов, знаете, есть некроменсер, а есть некроденсер. Сложная ритм игра в жанре рогалик. Что за несусветная поеботня, подумал я. Оказалось, что эти придурки-геймеры называют так игры в жанре roguelike, что означает пошаговые RPG, в которых нужно бродить одним героем по случайно сгенерированным подземельям, сражаясь с монстрами и подбирать предметы. Фух, чего ж только не придумают вот эти фетишисты. Но эта игра немного отличается от канонов жанра рогалика. Видите ли, смысл в том, чтобы качаться под ритм музыки. То есть нажимать вот эти кнопки на клавиатуре через одинаковые промежутки времени. А если лажать, то будет надпись «Мимо». Да как играть? Я не понимаю, ёб твою... Кроме перемещения, здесь еще нужно собирать предметы и уничтожать монстров. Как вы видите, теперь тут все переливается цветами, а это значит, что я зажег танцпол! Каждый тип врагов двигается по-особенному. Вот, например, меня преследует обезьяна, а как только я оступаюсь, она начинает трахать меня в рот. Собирая предметы, можно усилить своего персонажа до неузнаваемости. Вот, например, меч дает сплэш, а вот лопата дает возможность копать. В связи с тем, что эта игра строится на чувстве ритма, вы могли подумать, что это заезженное говно. И вообще, Осу намного лучше, там вон как весело можно кружочки нажимать. Или там в Guitar Hero представлять, что вместо гитары вы полируете свою выхлопную трубу. Но как по мне, усыпальня похотливого деда выглядит поинтереснее. Хоть я и отвалил за нее 229 гривен. 229 гривен! Ёбаный рот, это ж можно 45 раз проехаться на метро в Киеве. Кузя, пипец! Чтобы пройти уровни, нужно убивать боссов, а делать это бывает очень сложно. Местами я бы даже сказал невозможно. Неоспоримым достоинством этой игры является возможность играть вдвоем с одного компа, на одной клавиатуре или на клавиатуре и геймпаде. Так что если у вас есть потенциальный игровой партнер, то можно зарубиться. У меня вот как раз завалялся один мужик в шкафу. Как тебе игра? Неплохо, люблю музыку. Сюжет игры незамысловатый, и история главной героини очень схожа с историей одной загульной дамы из столицы. Только не клуб, а подземелье, и не сосать залупу с проглотом, а спасти отца от злобного некродансера, который в свою очередь вырвал у нее сердце и превратил подземелье в танцпол. Ну и хуетень, если честно. Не стоит забывать, что главная ценность подобных игр в хардкорности. Я подыхал как последняя шлюха. Игра ставила меня раком, просто связывала мне руки и ноги. Но в этом и заключается основной кайф. Тебя бьют по ебалу, а ты хочешь еще. Вот, например, в этой ситуации я ж думал, сейчас открою сундук и получу пиздатый предмет. Но не тут-то было. Этот гандон начинает гнаться за мной и в конце концов убивает. Знаете, обидно было после 10 минут прохождения-то. В общем, игра хорошая, но музыка, конечно, не очень.
Хотелось бы, знаете, покачаться. Хорошо, что тут можно ставить свои треки. Так, что бы мне выбрать? Знаете, такое, чтоб просто бомба была, взорвала ваши колонки, расхуярила мозги зрителей, А, конечно. Казантип, ебать, отрываемся на техно, да! О, тусим, нормально! Стоп, а может лучше... Забуду имя. Вау, а это действительно неплохо. А вы знали, что среди тех, кто играет в Некродансера, есть люди, которые делают вот это? О, нет, нет! Как же вы своим родителям в глаза смотреть будете после этого? О, в наше время люди вообще ничего не стесняются. Я бы хотел всех этих гимн... Так, потише! Эта игра заслуживает... Ну и гомно. Единственным нормальным персонажем был поющий мужик. Эх, лучше б 10 пачек риса на 200 гривен купил, ёб твою мать. Ладно, я бы оценил эту игру в ничего так из 10. А если мы наберем под этим видео 20 лайков, то я ударюсь головой об стену. Ну чё, мне пора отдавать по съёбам. Нужно идти продолжать лечить проблемы с головой, потому что в данный отрезок времени моей жизни делать видео довольно трудно. Ну, это со временем пройдет. Не зря мне дед завещал сарай с курями. Бизнес не ждет. Пока.